Что мы будем на лосте делать? Ну, мы еще не скоро к нему придем. Через месяца полтора. Может, через месяц в лучшем, да? В случае. Но все же. Я не знаю, что мы будем делать. Там какой-то дэмэдж лютый прям нужен. В этих маленьких мопцов. За которые это спавнятся после клива. Профриза, что ли, я не понимаю. Все нормально. Все у нас... Ну хотя да, там что-нибудь общий запас здоровья какой-нибудь понизит на процентов 5. Кантель общий. И все на этом. Это уже будет существенно. Ну да, пока там накинешь язвы, пока разгонишься, это чуть-чуть грустно. Не могу не согласиться. Ну, такова дамагерская участь. Ты можешь лужи кинуть, типа, этого уже будет достаточно. Интересно. Это какой-то свич. Малый, но все же. Так, я сегодня язвы наберу для апокалипсиса, нет? Да, потом это там нормально все будет. Козикостас такой доберется и так это скажет. Ой, бля, тут же дичь какая-то, нахуй, все, нерфы. И нормально будет в целом. Не, на самом деле, если нужно какой-то таргет свичить, ты должен прям сразу это делать. Если ты опоздаешь, то да, уже будет свич для тебя неприятен просто. Типа ты сразу быстренько бежишь, накидываешь язвы, потом взрываешь их. Ну и, конечно, у тебя хосты должно быть на это хорошенькое количество, чтобы... Ханты. Ну, типа это, успеть. Чмайк. Да, некры лучше, конечно. Чё тут симить? Прописная истина, уже забей. Поехали, поехали, тянем брать. Луну играем. Подтягивайте, подтягивайте. Я дан мостом. Сейчас дайте им покастить немножко. Сейчас закрывайте их. Ну или вот кайлами можешь откидаться, например. Как вариант. Все, вот мы убили их. Сейчас паладины будут закрывать. Ну, у меня тоже немного хосты, 16. Ну я вроде это держусь. Ну и плюс у меня еще кубик иногда хосту дает. Ну раз в 3 минуты, да, получается. Вот, что еще? Поле анимы подо мной спавнится. Которое тоже дает хосту. Хорошее количество. Ну и мне этого хватает. Так, а подведут собаку? Собаку. Нам пора собаку убивать, давайте подводить. Стан. Зеленая кастует, зеленая кастует. Я застанил, я мостан отдал. Встаньте, встаньте, встаньте их. Ну, луну. Там ну вот, я даже язвы типа не вскрыл. Да и похуй. Все на место. Сейчас мы жнеца накинем, порчу поймаем, нормально все будет. А сейчас бобы должны быть. Вот кайф. БР-30. Залп. А, искатель через 15. Агит, кому давал, мы поделим, может? Рид звезде давал. Черепаха через. Печенька, печенька, не-не, рид печеньки дает. Okay. Значит, печеньку продаем. Готовы черепахи можем закрыть. Да, давайте ханты, сейчас ханты закроют. Ханты давайте. Что за круги вот эти маленькие, какие-то красные спавнятся, не понимаю. Думайте, Рида. Меня это дезориентирует. Выносите, выносите, выносите. Погоди, погоди, не кайте. Дай вынести, Рида, спокойно. Вынесли. А Белл уже был, да? Да. Нет, нажмите кто-нибудь еще один.
ножа. Второй ножа. Тут вот мы язву продлеваем, сюда нажимаем жнеца. Да, сейчас будут бог. Тут мы еще язву одну взорвем, сюда кидаем жнеца. Тут мы язву обновляем. Выносим, выносим, выносим. А чем он топает, физом? Второй ножа. Собаку добейте быстрее, да? Так я вот так сделаю. Хоть что-то закрою. Можешь пока тебя. Бопа, бопа. Дальше будем продавать людей. Так я не подниму дэмэдж свой, алло. Душу доходит. Беги. Ты интересный беги, такой. Да, вы, блядь, люди стойте, просто люди, умирайте, все. Как я подниму дэмэдж, если ребята там в тени нахуярили? Кайте. Ты смешной такой тоже. Еще кайте, еще. Сюда. Как-нибудь вот заковыряем аккаунт. Красота. Ну, в античке зарешали, конечно. Ну, по-любому, да. О, бесполезный.